Всем доброе утро. Смотрите, поля наши зацвели синеньким. Красота. Пахнет очень вкусно. Птички. Там пчелы, шмели. Так, мы идем в лес сегодня. Всем доброе утро. Сегодня 6 июня. Время где-то 9:30 утра. Мы поехали в лесок прогуляться быстренько. И, ой, вы видели? Из-под нас две птички вылетели. На воробушков похожи, но не воробушки. Вот, хотим немного прогуляться сегодня, посмотреть, что в лесу выросло. Сидит, во, два зелененькие. Вылетели у меня из-под ног. Зелененькие птички. Пикают. Так, вот он. И вот второй. Соловей опять. Замолчал. Слушай, речка-то вообще пересохла. А еще только 6 июня. Да дело в том, что там, наверное, где-то перекопали. Да не, воды нет просто. Соловей поет сзади нас. Тут чуть-чуть есть, капелька совсем. Сухо у нас вообще. Ну как громко. Соловей поет в речке. Смотрите, я шла по полю, а здесь такое чудо. Любка двулистная. Сейчас я ее сфотографирую. И ромашки начались, смотрите. Первые ромашки. Забурились в лес. Вон что, дрозды как курицы огромные. Но там на поле не дрозды были. Черные больно, эти-то рыжеватые. Вон что. Зашли в лес. Сейчас пойдем туда, в это. В кульбячник пойдем. Фу, сегодня вообще что-то невозможное. Погода тяжелая. Жара. Хотя мы вышли, было 16 градусов. Обещаю днем 20. Так, выходим на вот эту дорогу. Вот он, мама идет в обход. И пойдем. Пойдем туда, в это, в осинник. Дяденьку с собакой встретили. У него, кстати, клипса в ухе у собаки-то. Сейчас встретили дяденьку с собакой. У собаки клипса, как у бездомных. Может, он в приюте взял, может, так просто взял с собой ничью. Сейчас нам надо пройти насквозь. Уже сегодня встретили Любку двулистную в несвойственном для нее месте. Просто какое-то чудо. Так, мы прошли тот лес, вышли на поляну, как всегда, на это поле. И пойдем сейчас в
Тут лес. О, здесь. Там комары были, здесь хорошо. Ветерок продувает. Вчера мы ездили, прошли от Биомеда до Черного озера маршрутик. Маленький маршрут. Потом еще его раз пройдем уже так основательно весь. Смотрите, опять два гнезда осиных. Раз и два. Что-то в этом году странное. Мы столько никогда не видели. Нынче уже который раз мы снимаем осиные гнезда. Смотрите, еще одно. Только такого не было в жизни. Что такое? Почему? И от чего? Вгрызаемся в этот лес. Сейчас мы его посмотрим. Пройдем здесь. О, духами тонкий аромат. Пахнет духами. Походим, что-нибудь посмотрим тут. Вот представляете? Духами хорошими, дорогими пахнет. Аромат стоит. Наверное, это шиповник. А может, еще что-то. Ходим по лесу поэтому. И дошли до нашей стоянки старинной нашей. Остатки от нашего костра. Но сидеть мы тут не будем. Сегодня не будем тут сидеть. Мы пошли проверить, у нас, говорят, пошли грибы, примерно вот в наших лесах, плюс-минус 10-20 километров, вот, но что-то нам ничего не попадается. Ну, я повторяю, что вот именно в нашем кусочке этом попозже всегда бывает, чем у всех остальных. Ну, думаю, ладно, пойдем убедимся. Я думаю, так, числа до 20-го у нас не будет. Может, вообще не будет. Смотрите, покажу вам прикол. Шишка вставлена сюда. И еще вот здесь вставлена. Кто-то их тут. Что, мы вышли из того леса сюда. И пока передохнем, да? И пойдем вот туда. Попить хочу. Тебе достать? Мама пить хочет. Это из таблеток-то утром напилась много. Вот, тучки налетели. Так что, кто интересовался, вот, конкретно у нас грибов нет. Видите, мы ходим и по еловому прошли, и по такому. По лиственному. Вот. Ну, может, у нас лес не такой. Может, в другом лесу есть. У нас нету, и в это время у нас не бывает. Я так думаю, число 20-е надо ждать хотя бы. Ой. Березки, дошли до березок. Привал пока не делаем, хотим в конце там на большом бревне посидеть. Взяли с собой по два больших чебурека. Вчера вечером я делала. И больше ничего не стали брать. Чебуреки поедим. Ну, тут вот обабковое место, по идее. Вот. Ух ты! Так это краснобрюшка. Угу. Сел он там перед нами. Зяблик. Зяблики, они... с красными животиками, я их зову краснобрюшки.